Всем привет! В последнее время компания Epson просто дорвалась до редизайна своих принтеров. Это не обошло стороной и фабрику печати. Сегодня у нас в обзоре Epson L3110. Многофункционал 3 в одном для дома. Новая жертва японских дизайнеров. На первый взгляд показалось, что это вообще лазерник. Дизайн строгий, лаконичный, не кавайный. Вместо дисплея 4 кнопки, но сенсорные. МФУ имеет, ну, совсем базовую комплектацию, даже без Wi-Fi, только USB кабель. Также имейте в виду, что Epson кабель в комплект поставки не включает, его нужно купить отдельно. L3110 работает с форматами вплоть до А4. Максимальная плотность составляет 256 грамм на квадратный метр. Сверху мы видим лоток загрузки бумаги вместимостью до 100 листов обычной плотности. Фотобумага 10x15 фиксируется по центру. Лоток стал выглядеть дорого, в отличие от прошлых серий. Это же касается и лотка приема, который рассчитан на 30 листов. Внешне устройство изменилось, а внутри осталась все та же печатающая головка микропьезо. Максимальное разрешение печати 5760 на 1440 точек на дюйм. Минимальный размер капли 3 пикалитра. Обратите внимание, что без полей печатает только фото 10x15. Понадобится ему чуть больше минуты в стандартном качестве. Скорость печати текста составляет 10 монохромных и 5 цветных страниц в минуту по международному стандарту. В режиме черновик аж до 33 страниц, по словам производителей. Ну, по правде говоря, таких скоростей я у Epson никогда не замечал. Автоматической двусторонней печати также нет. Разрешение сканирования составляет 600 на 1200 dpi. Круто выглядит новый дизайн крышки сканера. И, конечно же, здесь есть заводская SNPC. Заправляется баночками с ключиками. На одной заправке выдаст 3600 черно-белых страниц и 6500 цветных. Обращаю ваше внимание, что устройство работает на фоточернилах. А раз это фабрика печати, то гарантия здесь 12 месяцев или же 30 тысяч отпечатков. Какое общее впечатление от МФУ? Смешанные чувства. С одной стороны, красиво. С другой стороны, внутри-то все осталось прежним. А с третьей стороны, стоит-то недешево, как и вся фабрика печати. В общем, решать только покупателю. А на этом у меня все. Используйте устройство с расходными материалами Ink System и экономьте на каждом отпечатке. Если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и узнавайте о новинках печатного мира первыми. Пока! Ух ты, ёханый бабай! Ой, такой молодой, судя по свечкам. Ну, хоть 10, не, 11, спасибо. 11-й бородатый подросток, 11-летний. Спасибо большое, надо загадать желание, да? Да, загадал, можно дуть? Спасибо большое, очень приятно.